Finish green. Так близко ты не снимай. Мама я старый считаю, дом что у Стаса нет влюбленности и нет чувств к Насте. Хорошо. Потому что, объясню, вот один момент, да, ребят, как объяснить. Дело в том, что 9 месяцев, извините, Стас на проекте один. Неужели ему тут прекрасно живете? Неужели ему нужны здесь какие-то отношения, какие-то проблемы, если вы прекрасно живете уже 9 месяцев? Я поддержу Камилу. Стас не глупый парень, я прекрасно понимаю, для того, чтобы существовать на проекте, необходимо завести какие-то отношения. Но в тот момент, когда Настя начала за ним ухаживать, у него уже давным-давно не было отношений. Естественно, она на него снизошла, как мана небесная. А почему бы нет? Вроде бы у меня есть какие-то отношения, у меня есть право даже...